Сегодня мы выясним, кто же из них круче. А вы делайте ваши ставки в правом верхнем углу. Кто же сегодня победит? Ха, погнали. Всем привет, с вами Закупыч, и сегодня у меня вот такие штучки на обзоре. Это все из магазина parallel-okey.ru, ссылка на них в описании, промокод на скидку Закупыч тоже в описании, можете покупать смело. О, это у нас самый интересный сегодня герой дня, Грант Валькирия, а это у нас кто? Байлогер плюс, бейлогер, что за берлогер? Берлога плюс, в общем. Давайте XT сейчас откроем. И как раз сегодня я попробую ее протестировать, и Валькирию протестировать, и сравним Валькирии с другими Валькириями. В общем, сегодня будет очень интересно. Так, вот так эта штука открывается. Самое главное, что тут написано, что ее можно синхронизировать с телефоном. Видите, типа, можете синхронизировать с телефоном, и типа она должна замерять скорость. Но я думаю, вряд ли эта штука будет что-то замерять. Скорее всего, это просто приколюшка. Возможно, оригинал-то Каратоми, она и будет такое делать. Вот, вот так она выглядит. Смотрите, батарейки тут есть. Надо только вытащить вот эту штуку. Хоп, видите, я ее вытащил. Защитную батарейку или что это такое. И что-то надо жмать. Тут открывается, не? Вот эта штука. Просто можно, по идее, отсюда снять и сюда вставить свою бумажку. Типа написать там Закупыч там. А, да, видите, да. Я могу ее вынуть и сюда вставить свое название. Типа это мой... Что ж такое? Я уже все сломал. Типа, это мой лаунчер. А это как одевается? По идее, вот так. Вот так. О, да, отскочило тут у меня все. Вроде как не сломал пока. И что она делает? А, здесь фонарик. То есть, видите, я жму, и она светится. Можно подсвечивать. О, а здесь всякие звуки. А выключить ее нельзя? Не, выключить ее нельзя, походу надо будет дослушать ее полностью. Тут еще на картинке нарисовано, как он устанавливается. Я видел, на турнире ее ставят вверх тормашками. А здесь, видите, как боком на ее, ну, вставляют боком, короче, на тросиковую. Мы сегодня попробуем. По идее, вот сюда она вставляется вот так. О, вот так. Типа, видите? Оп. Защелкнул и защелкнул. Вот так она вставляется сюда, на такую пускалку. Но у меня есть идея получше, какую можно использовать. Сейчас я вам покажу. Так. Как тебя снять? А, отщелкивается. О. Да все, успокойся. Ладно, давайте потом, когда будем тестировать, а то она мне уже надоела. В общем, она и светится, и звучит. Единственное, зачем этот фонарь нужен, тоже не могу понять. Давайте откроем нашу... Кто, как она называется правильно? Грант Валькирия. Выглядит, конечно, она бомбезно. Посмотрите, это GT, получается, серия у нас должна быть. Хоп, открываем. Сейчас посмотрим, какие там наклеечки, какие пускалки в комплекте. А, тут надо еще надрезать. Ничего себе, что-то я не понял. А зачем тут две? Это, наверное, китайцы, может, начудили. Положили мне в набор зачем-то две ленты. Ничего не понятно. Так, вставляем. Все, сидит. И сюда... А, ну, такая стандартная пускалка, только зачем-то тут два тросика. Один тросик уберу. И давайте распаковку нашей Валькирии. Грант Валькирия, вау, посмотрите, какая она красавица, очень красиво выглядит, давайте сразу ее разберем, трансформируем, чик, чик, просто так вынимается, а тебя как вытащить, металлический диск вообще не хочет выниматься, он сидит тут, короче, как влитой сидит, видите, тут написано GT, о, ладно, давайте закрою обратно. Выниматься не хочет ничего. Да, Такаратоми, конечно, намного лучше. Вот тут защелочки эти работают. Металлический диск. Очень необычный. Чем-то напоминает Космо Валькирию, но нет. И смотрите, здесь уже не хватает этих белых штучек, которые сюда деваются. Они уже выскочили с одной стороны. Ну, скорее всего, они отлетят, или вам придется просто их на клей посадить. Ну, это как у Чузы Валькирии что-то еще напоминает. Вот, и...
А, ну и, видите, как у Геркулеса наконечник. Точно такой же, как у Геркулеса. Единственный вопрос, как оно будет защелкиваться. Ну, защелкивается не сильно плотно, но и не сильно легко. Короче, средней тяжести. По взрывной способности, наверное, 6 из 10. И наклейки из комплекта. Беру себе в коллекцию наклейки. Ну вот и все, по сути. Больше мы ничего сделать не можем. Единственное, мы можем вот эту штуку сюда установить и с ней играть. Но почему-то фонарь светит сюда. Непонятно. Может быть, фонарь должен светить сюда? Тогда как-то более правильно получается. Вам не кажется? О, типа вот так если поставить, но так неудобно держать. Но зато фонарем вы что-то светите, получается, вперед. А если так, то получается вы светите себе в руку. О, вот так, себе в руку светите. Зато можно пострелять. Окей, Звездные войны. Я Звездный лорд, все дела. Но я хочу с помощью этой штуки прокачать свою пускалочку. И здесь именно она более правильно вставляется. Смотрите как. Вот так. Если вы боком, то есть ставите лаунчер тросиковый бочком. Вот так, как у меня стоит, видите, чтобы дергать сюда, чтобы она не мешалась вам. И вставляете вот так сверху, прям как на картинке. Все! Посмотрите, как я себе кастомизовал пускачку. Офигенно! И теперь, если я свечу, то свечу себе в руку, все правильно. Если музыка играет, то играет. Единственное, что она как-то очень легко снимается. Мне кажется, она может отскочить. Ну не, вроде держится. Ну, в общем, все, сюда я себе распечатаю надпись «Закупыч». И сюда его вставлю, и это будет мой самый главный пускач. Ну-ка попробуем. Ага, она что-то плохо держится на нем, кстати. Угу, видите, отлетает. Ага, не, она падает с нее. А, не, вот так. О! Не уходи! Остановитесь! А вот и все мои валькирии, давайте сражаться, да начнется битва. Начнем битву с разминочки. Вольтроек из Магнита против нашего нового Вольтроека. Вольтроек. Ой, нет, буду запускать его вот этой пускалкой, потому что та двухсторонняя что-то плохо его держит. Бейблейд! Вау, мощно запустил! Валькирия! Не, что-то мне эта пускалка не нравится. Отучился я этими пускалками запускать. Возьму-ка я свою пускалочку из этого. О, он ее взрывал. Короче, я возьму запускалку, которая из красного и белого, моя любимая. Все, это у нас проигрыш. Против Вининг Валькири, я там на каком-то драйвере странном. Раз! Ох, мощь! Два! О, взорвет ли он? О! И это обоюдный взрывной финиш. У меня вообще тут все разлетелось. А, нет. Самое главное мне собрать свою вот эту Валькирию. Обалдеть. Кто из них взорвался первым на замедленной съемке, посмотрите. Ну, что-то она пока уже не оправдывает свое название. Что-то пока слабенькое. На это все разлетелось. Против такого же Вольтроека, ну, тут уже, видите, можно сказать, оригинальный. Все дела. Ну, не оригинал, разумеется, но похож. Вольтроечик! Так, пока очень жесткое сражение, но его драйвер старого Вольтроека, да, он не позволяет ему крутиться быстро, и поэтому он проигрывает. Мой любимчик золотой Вольтроек, кстати, он может победить, он очень жестко закручивается, это из золотого набора с сайта Параллель, и он прям очень плотный. Вольтроечик! Ай! Как же меня бесит эта Валькирия, она прям просто постоянно спадает у меня с пускалки-то. Опа! Еще разочек, о! Теперь вроде все норм. Смотрим, что же получится. Наши тролли. Знаете, почему тролль смотрит на вас? Ведь тролль смотрит, заметь, прямо тебе в глаза. Это он так жалобно, как кот из Шрека просит, чтобы ты подписал и поделился этим видео с друзьями. Ну чуть-чуть, еле-еле победила. Прям еле-еле. Страйк или как? Стрикс или как она там? Ну, короче, тоже Валькирия, которая сейчас взорвется по любасу. Wait, wait. No!
Она, конечно, потеряла скорости, потому что я ее первый запустил. Но я всегда новые волчки запускаю вторым, чтобы дать им шанс. То есть, если это волчок хороший, да, она взрывает его. Если он хорош, то он в любом случае, каким бы ты его ни запускал, он будет хорошо играть. Если у нас будут спорные моменты, когда она будет проигрывать, тогда уже я буду делать два запуска. А вот и новиночка, ваша любимица, Валькирия, которая, видите, на оригинальном все сделано. Это у нас Валькирия серии Turbo, или как они там, GT. Ай, она тоже плохо держится на такой пускалке, все из-за этих крышек железных. Короче, ладно. Не, она такой тоже не будет держаться. О, попробуем вот эту. Что такое? О, норм. Погнали. Ну, вообще, она тоже должна взорваться. Это Валькирия. Все мне про нее говорят, постоянно пишут. О, ну вот видите, про что я и говорил. Она взрывучая. Мне она не нравится. Какая бы она ни была, вот эти зубцы, которые на верхушке, вот если Валькирия с вот этими зубцами, то она почему-то всегда проигрывает. То есть она не может выдержать, ее драйвер не может выдержать силу. Вот если бы сюда, если здесь драйвер посадить на клей на какой-нибудь, тогда это будет просто неубиваемый волчок. Он будет всех взрывать, потому что вот эти шипы, они всех разрывают. Но здесь драйвера у них слабые, пружинки, из-за этого вся проблема. А вот это уже хороший волчок. Чё за это? Ахиль, то есть какой Ахиллес, что за это Валькирия? А, и он опять же тут не держится, да, на таком? А, держится. Опа, погнали. Опа, опа, все получилось. Валькирия, как всегда, в своем репертуаре очень быстро крутится. Чё за это? Тяжелая, хорошая Валькирия. Если покупать Валькирию, то именно чё за это? Неужели она сейчас побеждает? Нет, все-таки здесь... Благодаря этому наконечнику от Геркулеса она прям намного круче крутится. Ну и финальная битва. Космо Валькирия против нашей новенькой. И посмотрите-ка, какие у них отличия. Вот, они вообще похожи, тоже все с серии GT. Очень они похожи, но только все равно вот этот черный цвет, конечно, красивый. Жду не дождусь, когда уже ко мне приедет Веном волчок. И тогда уже, ух, будет жара. Космо! Валькирия! Вот видите, они как себя одинаково ведут. Они уже более выносливые. Они уже не так сильно атакуют. Все же... Нет! Все-таки Космо оказывается сильнее. Давайте я сейчас запущу наоборот. Получается, я запустил сейчас... Ага. А, ну какая разница? Все равно я запустил правильно. Давайте... Давайте нашу новенькую запущу первым. Да что ж такое? Не хочет он на этой пускалке сидеть. Короче, еще раз. Ну что ж ты слетаешь постоянно? Вот у них прям проблема, они какие-то слетают. Ну сейчас, наверное, Космо опять победит. Ну да, все-таки Космо покруче. Народ, как ни крути, Космо Валькирия круче. Сейчас еще раз запуск последний. Раз. Да что ж такое? Что ж ты слетаешь? А-а-а! Вся просыпка. Где моя пускалка любимая? Взял мечики. Мечики обычно сюда не подводят, сюда нормально запускают. Так, но это последний шанс. Если Космо побеждает, то все, Космо становится нашим победителем. А я буду с вами прощаться, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, Космо Валькирия все-таки круче, но эта Валькирия тоже хороша. И там ссылочки в описании будут на мой инстаграм и группу ВКонтакте. Подписывайтесь везде за мной. Пока.